Добрый день, с вами Thermolysfrom. И у нас большая перегрузка. Перегружаем три камеры. В одной камере будет обрабатываться лиственница, готовые изделия, планкен. Во второй камере будет обрабатываться косой планкен из елки. Ну и в третьей камере у нас будет обрабатываться разносортица в температуре 184 градуса. Планкен будем обрабатывать при температуре 184 градуса. Лиственница будет обрабатываться при температуре 150 градусов.